может, дальше по берегу. Самое важное — забраться повыше. Первым делом забраться повыше и сориентироваться. Сэм, да отвечай же! Сэм, да чтоб тебя! Сэм! Зато теперь мне нечего терять. Ну, кроме жизни. Разговариваю сам с собой. Первый признак сумасшествия. Господи. Ладно. Ничего. Ничего. О, черт! Надо вперед. Только вперед. Как меня все достало. А, черт! Просто надо двигаться.
Sic parvis magna, Sam. Но где ты? Нужно лезть на ту жуткую гору. Погоди, Сэм. Я уже скоро. Поднимаемся. О, черт! Тут высоко. Высоко падать.
Рейв. Черт. Осторожно, сэр. Куда теперь? Это депрессивно. Это депрессивно.
ты депрессивна. Водичка бодрящая. Привет. Тот человек не проходил? Высокий такой. В голове глупые мысли о пиратских сокровищах. Ты туда лез, что ли? В таких сапогах? Мне это сейчас нужнее. Ага, работает. Мне это сейчас нужнее. Ага, работает. Еще немного.
Кто-то заметил движение рядом с деревьями. Тут настоящие джунгли. Все движется. Я ничего не вижу. Всем отбой! Ложная тревога! Но смотрите в оба! Пошли. Это мне... Сюда! Thank you.
Ого, жуткая история. Команде Бёрнса повезло с этим сокровищем не больше, чем нам. Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли. Нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат на Дин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либерталию. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонны? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни псу под хвост. Это тут вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Завалено тоннами земли и камней. А я вот не знаю. Нейт, сюда. Сэм, сюда. Я иду. Никого нет. Это место знавало другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Только бы она на нас не рухнула.
Сэм, сюда. Нет, так не пойдет. Эй, Нейт, похоже, тут есть проход. Нейт, нам сюда. Пылище. А то какая хорошая нагрузка на квадрицепс. Ты смотри, это вовсе не хижина. Тут поработали хорошие каменщики. Да, но откуда они взялись? Обычно на корабле могли быть плотники, бочары, но не каменщики. Я бы сейчас все отдал за камеру. Ну, она есть? Да ладно, ты серьезно? Да, да. На катере, с остальным барахлом. А, смешно. Давай. Ах, как же приятно иногда размяться. Да, это точно. Эй, тут есть выход. А, слишком высоко, не залезть. А, давай что-нибудь подставим. Тут ящик, у меня идея. Вот так. Берегись! Ага, ну нифига себе. Что ты видишь?
Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталия. Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. И, ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем... Тихо, тихо, просто насладись моментом. Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да, посмотрим, что они там сторожили. Согласен. У меня дар речи пропал. Я просто охреневаю, Нейт. Говоришь, дар речи пропал? Как думаешь, сколько они все это строили? Годы. Десятилетия. Как им удалось сохранить все в тайне? Тут так круто! Это просто находка! Даже без сокровищ! Эй, Сэм, смотри! Пиратский кодекс поведения! Соль в том, что правил нет. Капитан Эвери, давненько мы вас не видели. Что это за символ? Я видел пару таких, когда искал тебя. Так кто тут ставит метки? Это чья-то печать? Нет, я такой не знаю. Может, захватчики? Наверняка у этих людей были враги. Логично. Похоже, тюрьма нужна даже в пиратской утопии. Представляешь, кого туда сажали? Как-то это лицемерно. Тюрьма. Ну, в любой компании найдутся мерзавцы. Эй, Нейт, посмотри. Сюда, за мной. Тут есть тоннель. Эй, Сэм, сюда! Здесь что-то есть. Я сейчас. Ладно, обратно идем другим путем.
Странно. Тоннели как-то примитивнее, чем остальная колония. Словно их копали в спешке. Похоже на убежище. Да, но от кого они прятались? От самих себя? Смотри. Похоже на схему торгового квартала. И... вот. Вот наше сокровище. В этой башне. Что они задумали? Снова этот символ? Да. Знаешь, если символ оставили захватчики, мы бы не нашли его в подземном убежище. Да. Может, тут не все было гладко? Тайные общества, заговорщики? Это вполне возможно. А вот как мы выберемся. Так, порядок. Внизу видим свет. Охренеть. Эй! Тут тоже колония. Это не последний бой. Они ищут нас или сокровища? Сокровища. И нас. Ты
про... Или это все? Это все. Ты как? Ничего, запыхался. Пошли. Надо в сокровищницу. Ну, если это она. Это она. Поверь. Давай, Сэм! Эта штука прочная? Не прочнее всего остального. Ясно, значит, нет. Ладно, ладно, иду. Нейт, впереди наши друзья. Yeah.
Слышно, отойди. Погоди. Ладно, не расслабься. Пока да, но лучше поторопиться. Так, давай поищем дорогу. Да. Готов? Готов. Сейчас. Давай. Спасибо. Осторожно, тут высоко. Да, я вижу. Так. О, черт! Осторожнее вначале. Обалдеть. Да.
проблема с лестницей. Справимся. Вперед. Как там у тебя дела? Роскошный вид. Почти у цели. Теперь что? Верь мне и делай, что говорю. А, прям все делаешь? Да, вроде того. Теперь мы точно в богатом районе. Но это не жилые дома. Думаешь, тут были их органы власти? Пожалуй. Градостроительный комитет Либерталии. Да. Может, и налоги были? Как знать. Вина? О, а вот и красавцы страны. Хотя бы часть из них. Господи. Пушки, баррикады. Что произошло? Какая-то битва. Вопрос риторический. Да. Но вот кто с кем сражался? И почему? А у этих даже вроде униформа. Будто солдаты. То есть колонисты против солдат? И если наверху сокровищница, получается, кто-то захотел забрать сокровище. Да, надеюсь, им это не удалось. Да.
Ого, впечатляет. Это мягко говоря. Или нет. Не хочешь помочь? Да. Пусто. Ну, конечно. Думаешь, это Рейв? Нет. Тут много веков никого не было. Да. Ну, ищем зацепки? Да. А куда деваться?